На 38-м очередном заседании Новошахтинской городской думы 7-го созыва зарегистрировалось 18 депутатов. На повестке дня было 6 вопросов. Основное время на заседание было отведено отчету главы администрации Новошахтинска о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Новошахтинской городской думой в 2020 году. Основной задачей администрации города остается благоустройство для создания комфортных условий проживания, труда и отдыха людей. В отчетном году на территории города проведено 4 общегородских субботника и 2 месячка чистоты. В рамках дней древонасаждения высаждено около 1000 зеленых насаждений. Особое внимание уделено своевременному поливу посаженных насаждений. Активная молодежь на территории городской плотины провела всероссийскую акцию «Вода России», в рамках которой волонтеры очистили берег городской плотины от бытового мусора и древесного хлама. Из средств бюджета города на реализацию мероприятий по благоустройству города направлено 18,8 миллиона рублей. На протяжении года ликвидировано 49 свалочных очагов. Проведена работа по обходу улиц с целью проверки санитарного состояния дворовых территорий. В результате проведенной работы было составлено 168 протоколов об административной ответственности. Сергей Алексеевич поблагодарил депутатов за работу и призвал также активно трудиться и в нынешнем году, так как проблем в городе еще много, и они требуют незамедлительного решения. После озвучивания доклада депутаты задали главе города вопросы, касающиеся вакцинации населения, здравоохранения, ремонта дорог в городе и жилья для детей-сирот. Все эти вопросы на контроле у Сергея Алексеевича, ведь главное, чтобы в городе жизнь для населения была комфортной и безопасной. По итогам доклада депутаты признали деятельность главы и администрации города удовлетворительной. Остальные вопросы были рассмотрены согласно повестке дня.